Привет! Мчались тебе так же, как этот рыбак за уловом. Держись покрепче, ведь у нас для тебя готова очередная отличная подборка смешных, странных и невероятно глупых видосов про рыбалку. Поехали! Люди ходят на рыбалку, а рыбы на охоту. Посмотрите, как этот соп умело поохотился и пообедал свеженькой голубятиной. После такого рациона у него мясо нежное, как у курочки. Этот любитель ловли рыбы на кастинговую сеть решил немного порыбачить, но что-то пошло не так. Но несмотря ни на что, он добился результата. А ты, мой друг, когда-нибудь оказывался посредине пруда пробитой лодки? Если да, напиши в комментариях о своих ощущениях. Они приятно щекочут нервы. Но наш герой не пал духом и остался в отличном настроении. Рыбаки ради хорошего трофея готовы на все. И в огонь войдут, и в воду, и в медные трубы. Данное видео тому подтверждение. Сделал добро, получи благодарочку. Иногда может так повезти на рыбалке, что даже и удочки не нужны. Новый способ транспортировки лодок придумал житель одной из западных стран. Но он не учел, что этот способ создает аварийную обстановку на дороге. Но ничего, стражи порядка всегда на посту. Красиво парковаться можно не только на автомобиле. Посмотрите на этого красавчика. В жаркую погоду всегда приятен освежающий душ. Тише едешь, дальше будешь. Главное, чтобы навигатор не сломался и указал правильное направление. На рыбалке главное правильно закормить рыбу.
отправляясь на рыбалку, возьми с собой надежное удилище, иначе рыбалка может быстро закончиться. Зимняя рыбалка – это тяжелый вид отдыха. Одну лунку чего стоит пробурить. А если еще махнуть пару рюмочек, то лед становится вообще непреодолимым препятствием. На этом все, мой друг. Надеемся, ты сегодня поймал немало хороших эмоций. Не забудь поставить лайк перед уходом, нажать кнопку подписаться и колокольчик под этим видео, если ты еще не подписан на наш канал. А мы отправляемся создать для тебя новую подборку смешных, странных и невероятно глупых видосов про рыбалку. До скорой встречи!